Так, я сейчас посмотрю, что вы мне здесь написали. Всех поздравляю с обновлением. Надеюсь, удалось внести программу в клеточки. Мурашки, здорово, спасибо. Да, мурашки — это показатель того, что все идет. Так, надеюсь, у всех все получилось почувствовать, услышать звук клетками, прописать замирание в теле и в уме, прописать свою новую программу весеннюю, с весенним обновлением. Ну и поздравляю вас всех с революцией, с вашей какой-то, ну, таким обновлением революционным. И спасибо, что вы были, что мы вместе. И я напоминаю, что встречайте новое, встречайте новое радостно, потому что там есть возможности, реально возможности. И пусть эти возможности будут для вас очевидны, и вы их видите. Я также напоминаю, что второй уровень обучения у меня закончился, скоро будет доступна запись. Третий уровень начнется в мае, и пущу в него, возьму в него тех, кто прошел первые два. Я также напоминаю, что первые два можно пройти самостоятельно, сделав домашние задания. Вот. Подъезд, Рита. Замечательный звук. Огромное всем спасибо, огромное благодарю. Мы уложились в час. Всем прекрасной недели. И платье новое для нового. Здорово. Всем прекрасной недели. И встретимся в следующий понедельник. А потом будут каникулы, у нас Пасха, и я уеду. А в следующий понедельник трансляция у нас будет. Ну и я напоминаю также, что можно посмотреть те трансляции, которые есть в Фейсбуке и в Ютубе в записи, особенно если темы с вами резонируют. И у меня на сайте. У меня на сайте, я сегодня же выставлю вечером эту запись, и вы сможете ее смотреть. И вам не надо будет ее нигде искать. Вот. Все. Огромное всем спасибо. Пока-пока.